Я зараз буквально прочитала новину, розповідала глядачам про те, що Український центр нацпротиву повідомляє, що сотні жителів окупованих Олешок загинули через те, що росіяни відмовляли їм в евакуації. А сьогодні проходила також інформація про те, що місія ООН була недопущена для того, аби допомогти ліквідовувати наслідки цієї жахливої катастрофи. Тільки одним запитанням, да, давайте обмежимось коротко. А для вас дивно, що росіяни не пропустили цю місію? Да, ну нет, конечно. Вот было бы удивительно, если пропустили. Якби... Вот это было бы странно. Вот, при всем ужасе, который произошел. Фактично, що загалом пише ізраїльська преса про Каховську катастрофу, про підрив цієї ГЕС? Та наскільки очевидним є те, що росіяни, можливо, навіть і самі не допускали, що зроблять, якої біди нароблять самі для себе і для свого війська також? Ну, как используется именно, что слово «катастрофа» — это раз. Во-вторых, никто тут и не сомневается особо в том, что в этой истории виновата Россия, вне зависимости от того, по какой причине рухнула эта ГЭС, в смысле плотина, да, взорвали ее там, или она рухнула от того, что ее там не обслуживали, или там от какого-то воздействия, неважно. Не было бы войны, стояла бы эта плотина еще бы 200 лет, и ничего бы с ней не стало. Это же очевидно совершенно. Поэтому тут как бы, в общем, двух мнений по этому поводу особо даже и нет. Я, пане Сергію, хочу поговорити про тему, яка зараз, ну, так дуже гучно звучить в засобах масової інформації. Це танки Меркава для Європи від Ізраїлю. Фактично, рішення про експорт сотень, я так розумію, таких машин може бути прийнято вперше, відколи такі танки почали виробляти в Ізраїлі. Що можна сказати про ці машини? Наскільки вони є основною моделлю ізраїльської армії? Ну, і тут ключове. Чи придатні вони для українського чорнозему? Меркава только они называются, правильно. Меркава, дякую. Значит, речь идет про Меркава-2 и Меркава-3. Да? Ну, на сегодняшний день есть условно 4 поколения. Это первая, вторая, третья, четвертая. Первая там практически уже нигде никак не используется. Вторая тоже почти не используется, там только в учебных частях. Третья Меркава – это вполне себе современный танк на уровне как бы основных боевых танков других стран. Абсолютно по сей день основа наших резервных бронетанковых сил. Есть строевые бригады, есть резервные. В строевых, там, ну, в регулярных, условно говоря, там в основном четвертая используется, а вот третья, она в резервистских бригадах, это их по-прежнему основа. Как бы. Танк совершенно нормальный, никаких проблем нет. Вот внутри каждой из модификаций, второй, третий, есть свои такие подвиды, как бы там, потому что они постоянно проходили модернизацию, там постоянно их там всячески улучшали, бронирование, систему управления огнем, там то все. Главное отличие второй и третий преимущественно в бронировании и в калибре пушки. У второй 105 миллиметров, у третьей, соответственно, 120. По поводу черноземов, ну да, все время ходили эти разговоры о том, что вот он там не подходит для Европы, там 5-10, вот все люди говорят, которые не видели, как они там по голландским высотам гоняют, по камням там или по рытвинам, и по грязи тоже, кстати, я это видел своими глазами, между прочим. Удельное давление на грунт, вот важный ключевой показатель проходимости танка. Не его масса, а удельное давление на грунт. Удельное давление на грунт у Меркавы почти такое же, как у Т-90, например. И совершенно сопоставимое с удельным давлением на грунт, например, у танка Челленджер. Ну, танки Челленджер попали в Украину, и ни у кого нет вопросов, как они там себя поведут на этих черноземах. Так и Меркава, по идее. Проблема же не в танке как таковом, а в его применении и в людях, которые в нем сидят. Потому что на поле боя побеждают не танки, побеждают люди в танках, как известно. Поэтому никакой проблемы я тут особо не вижу. Можно вспомнить пример с тем же Абрамсом, который тоже якобы создавался там для Европейского театра боевых действий, а при этом использовался, например, в пустыне и совершенно замечательно себя там показал. Так что, в общем, все эти разговоры, это все вот от диванных экспертов всяких, которые там почитали что-нибудь в Википедии там про этот танк и никогда его в жизни в глаза не видели. Але я так розумію, пан Сергію, що рішення остаточно ще не прийняте про експорт таких машин. Я так розумію, що це поки на рівні розмов, чи вже є якісь певні рішення, які навіть, можливо, в публічній площині в Ізраїлі повідомлені? Насколько я понял, решение-то как раз принято, потому что раз пошли такие разговоры, значит, сделка на финальной стадии находится.
Просто по-прежнему неизвестно, куда они пойдут, в какую, ту самую европейскую страну или в какие европейские страны. Тут писали, конечно, о том, что в Украину и в Польшу, но это пока просто не более чем разговоры. Возможно, там кто-то выдает желаемое за действительное, я не знаю. Потому что по-прежнему Министерство обороны ничего не публикует относительно того, куда именно будут поставлены эти танки. Вот. Но это действительно первый случай в истории, когда Израиль отправляет свои танки на экспорт. До этого времени они не поставлялись в другие страны. Там была какая-то история про некоего секретного заказчика, который там что-то купил, танки Меркава-4, но она пока подтверждения не получила. Так что все пока на уровне разговоров, куда они пойдут. Но тот факт, что сделка уже вот буквально так на мази, что называется, это, в общем, уже факт медицинский практически. Ну, треба сказати, що в російських воєнкорів трохи кипить від цього. Вони кажуть, що, в принципі, наскільки це можливо, що нейтральний Ізраїль може на таке піти. І, в принципі, наскільки російське ВПК готове зіштовхнутися з ізраїльськими танками на полі бою, якщо допустити варіант, що вони можуть при якихось умовах потрапити в Україну? Ну, трудно сказать, как они себя поведут. Я же еще раз говорю, проблема в применении танков, да, кто их будет применять, как их будут применять, насколько грамотно и так далее. Поэтому тут вот сложно сказать, как они себя поведут в бою, но вот отличный шанс это проверить, если они все-таки попадут в Украину. Там вся штука вот в сертификате конечного эксплуатанта, то, что называется. Это имеется в виду, или продаем их некой стране без права передачи третьей стране, или мы их продаем третьей в какой-то стране, и дальше делайте с ними там, что хотите. Вот хотите, продавайте, хотите там на металлолом попилите, это уже ваше дело. Поэтому тут вот сложно пока сказать, как они себя поведут в бою, потому что боевой опыт применения Меркавы на сегодняшний день показывает, что танк очень даже хороший, защищенный, вот, обеспечивающий. Самое главное – это выживаемость экипажа. Вот ключевой параметр, под который всегда строится западная техника, а Израиль, ну, в данном случае относится к западному миру. Да? Вот. В отличие от советской, теперь уже российской школы танкостроения, где главное – это количество. Главное, чтобы их было побольше. А сколько там выживет танкистов при попадании, это вообще там никого не волнует. Не виключено, що ті самі російські воєнкори дуже скоро будуть писати, що вони вже знищили на полі бою в Україні оці ізраїльські машини. Ну, це ж класика. Як правило, вони роблять саме так. А я знаю, що вони багато... Ще до того, як вони, в принципі, може бути прийнято рішення про передачу їх Україні.